выпускает Кустанайский комвольно-суконный комбинат имени 23-го съезда КПСС. С начала 10-й пятилетки годовой объем реализованной продукции увеличился на 30%. В Кустанае завершено строительство нового молочного завода. Все процессы здесь механизированы и автоматизированы. Продукция более 20 наименований идет к горнякам Рудного, к строителям Аркалыка, к нефтяникам Гурьева и в другие города республики. Швейная фабрика «Большевичка» в Кустанае переживает второе рождение. Здесь все новое, и цехи, и быстроходное бесшумное оборудование. В производство запускаются новые образцы одежды для самых юных. Кустанай. Ленинскую юбилейную вахту несет комсомольско-молодежный коллектив кондитерской фабрики. Ее работницы широко поддержали почин москвичей выполнить личную пятилетку к 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Бригада Марины Жантулиной из бисквитного цеха ежедневно вырабатывает по 7 тонн продукции, почти в два раза больше плана. К 22 апреля решили завершить пятилетнее задание и кондитеры бригады депутата городского совета Валентины Семенькиной.